Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук с тобой. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Так, в команде всем привет. Так, отправить. Так, постоянно забываю поздороваться. Так, сундук у нас, ребята, 20 уровня. Что нам тут выпадет? Так, крылья, колесный ускоритель, ускоритель приземления и ускоритель для чудовища выпал. Так, результаты. Так, мы проиграли. Слушай, с хорошим таким отрывом, ребят, нас, конечно, здесь выиграли. Аж на 2000 очков, да? Жестко. Так, забираем. Подтверждайте, да, подтверждаем вступление, ребят. Так, с... где у нас... Хелифишер. Гелифиш. Так, я его продвигаю, ребята. Так, здесь открываем сундук. Так, защитная арматура и колесный ускоритель. Ну что, 26 тысяч кубков попробуем сегодня взять, ребята. Уже скоро конец месяца. Еще конь не валялся у нас тут. О, ковбой. Слушай, давай. Ковбоя у нас еще не было. Погнали. Так, подожди. Ага, это я помню, ребят. Что там сзади за... Что там сзади за говнюк паршивый лезет? Скажи-ка мне на милость. Что за чепушило? Пока, слушай, пока все очень даже зебестовски едем. Вау. Я бы даже сказал, великолепно прокатился, без сучка и задоринки, нигде не споткнулся. И прям на одном дыханец так. Что тут делает автобус? Объясни мне, пожалуйста, а? Что делает автобус нищебродский на этих этапах? Я не понимаю. Его здесь не должно быть. Но почему-то он тут стоит. Ковбой, где твоя шляпа? Ты потерял шляпу свою. А, ковбойшка? Нормально, здесь тоже все великолепно, друзья мои. Горестный Раф. Или Риф, Риф, скорее всего, Раф. Горестный Раф. Звучит как бред. Жих. Так, шикардосик. Залетаем. Залетаем и летим с тобой. Должны приземлиться прямо перед трубой. Прямо перед трубой, как конь перед водой. Давай сюда. Ну что я тебе скажу, вообще даже никакой конкуренции, ребята, я не почувствовал, если честно. Просто. Веселая музыка начала играть у нас. Да, открываем сразу сундук. Уже 6 предложений, 6 отзывов. Так, с... Нифига, что-то мне куда-то там. Так, хайновая КС, Рэй, привет. Угу. Норм, норм. Дела норм. Что я еще могу сказать, ребят? Дела идут, дела у прокурора, у нас, как говорится, делишки. Но, тем не менее, будем. Будем, ребят, давать достойный отпор, надеюсь, нашим. Заезжай. Отлично. Так, тут можно было бы, наверное, вниз, конечно, сигануть. Пока мы тут соображали. Хотя, ты знаешь, можно было и не сигануть. Вот у нас все отлично идет. Задели горючку. И вот финиш. Козырнули, да, так сказать. Но мне понравилось. 26 тысяч кубков, то есть получается 30 тысяч. Это даже если мы с тобой возьмем на следующих выходных. Блин, не знаю, смогу ли я. Успею ли я взять 50 тысяч кубков? Вот о чем идет, ребят, речь. Фига я там все, все, что можно, нельзя, пролетел. Просто в прыжке. Чуть-чуть сиганул и будь здоров. Спокуха, дядя. И я Дубровский. Да твою каракатицу-то, ну. Вот это что сейчас было? Это называется обделался потихой. Понимаешь? Тут какая-то ККМ-ка плешивая, блин. ККМ-ка плешивая нас обогнала. Я же написал. А, блядь, будет видео по Бравл Старс? Не знаю.
Может будет, может нет. Думал я тут, ребята, недавно. Но мне почему-то кажется, что многим не понравится. Если многие захотят, чтобы я снимал по Бравл Старс игры, то пишите об этом в комментариях. Если же не хотите, то не пишите, ребят. Тогда мы поймем, что Бравл Старс не интересен никому. Так. Блин. Ну хотя бы вторым. Ну не успел я вон ту тачку обогнать. Может быть, потому что он с крылышками был. Может быть, еще почему-то. Здесь только остается гадать, по какой причине. Вот он с крыльями, да, ребят. Он плавнее и мощнее передвигается, чем я, без крыльев. А, там я потерял еще скорость. Да, ребят, я вспомнил, я же в лужу там шпиндякнулся. Споткнулся на лед, который был на лужах. Я там об одну глыбу споткнулся, в принципе, из-за этого. А вот здесь вот у меня был очень паршивейший старт. Прям вообще наипаршивейший. Но, тем не менее, я, видишь, вырвался. Вырвался в лидеры. Ох, какой сундучок-то дали. Ты посмотри, а? Ты посмотри, какой смачный дали сундук, в котором, ну, хоть что-нибудь бы толково было. Нет же, ерунду всякую подсовывает. Такс, Рэй, когда будет видос по ХКР? Уже год не было. По ХКР? Не знаю, или сегодня, или завтра. Или сегодня, или завтра. Тут, как говорится, выбор невелик. Кстати, у нас с тобой... Ладно, поехали. Я хотел прокачать. У нас деньги пока есть. Угу. Замечательно. Пока есть возможность, ребят, конечно, надо прокачивать свои тачки. Потихоньку, полегоньку, чтобы было на чем потом, как говорится, выступать. У нас очень много разных событий, и на разных событиях, ребята, нужны разные машины. Все это прекрасно и так знают. Так, смотри. Есть тут один, ребят, буржуй, который лезет. Который хочет меня обогнать. Прям у него свербит, блин, в одном месте. Но, видишь, ничегошеньки не получилось. Я знаю, ребята, что это у нас боты. Не надо говорить, что что-то с ними как с реальными игроками. Но так оно проще, ребята. Так оно и лучше, я бы сказал бы. Зря я, наверное, так сделал. Хотя, не, нормально. Так вот, кстати, можно было спокойно сейчас черепундель себе снести. Вот с этим прыжком. Давай, родной. Ковбой молочек. Видно, на этих выступает. Знаешь, как это? Укротители жеребцов-то есть там у них. Такие события, как они называются-то? В общем, ты понял. Там укрощают этих жеребцов, сидя на них. Так же, как и буйволов, по-моему, или... Так, подожди, пока кто разговаривался, я буйволы, хирурмалы. Меня чуть ККМ-ка тут плешивая опять не обогнала. Нормально. Все отлично. Мы не дали, ребят, себя в обиду. Сундучок. Угу. Ну, давай тебя заодно тогда уж. Так, у тебя сколько времени? У меня 19:45. То же самое. Я же написал, ребят, у меня время по Москве идет. Мистический кубок. Не дожал кнопочку, ребята. Нафиг вот это надо было делать. Да что ты, тачка моя, блин, прыгаешь, как я не знаю кто, а. Так, это значит все-таки первое место, да, взял? НС там 900 какой-то. Смотри, какая у нас тут отчаянная битва идет. Е!
Этот пускай там паршивец летает где хочет там. Нам на него посрать с большой колокольни, если честно. Так, здесь у нас, да, будет этот паразит мелкий. Нахрена ты, блин, Рэй, блин, ну. Фига там чудо Квазимода, блин, прыгает. Ты видел? Опа. Опять же, ребята, супер-пупер буст мой сработал в прыжке. И это дало мне отрыв, преимущество. Да он просто, ребята, перелетает все, я заметил. Че, он там еще с идеальным приземлением, что ли, идет? Чуть-чуть буквально мне не хватило его обогнать, но, по-моему, все равно, ребята, я первый. Да, я первый. Блин, чуть-чуть нам не хватило. Так, зимние шины, все. Кубок по скоростному спуску. Ну что, поехали. Я вижу, там уже кто-то на форсаже. Кто-то на офигенном форсажике там наяривает. Нифига я там нормально я там сиганул. Через всю карту практически на этих прыжках. Нормально, мне понравилось. Так, безумный Санта едет на своем байке. Да, тут, конечно, вот, если бы было бы идеальное бы приземление, было бы вообще топово. Оу, ноу, туда я не долечу, ребят. К сожалению. Да, и вот то, что я туда не долетел, это, ребята, большой минус для меня был. Не знаю, как так можно было не долететь. Вот я там встрял, и все. Фига ты там. Вот это да. И все равно, несмотря на то, что перевернулся, отлично, ребят. Там ему и место. А байкер-то здесь, ай, как хреновенько, да? Ай, как паршивенько-то ему здесь не нравится. Я знаю, что ему не нравится. Эти все местечки. Потому что там очень много прыжков. Так, ну что у нас тут? Ускоритель фляг. О, ребятушки, неужели мы с вами соберем полный сет нашего робота? Причем не просто робота, а робота в новогоднем кафтанчике. Ничего себе. Ничего себе, ребята. Вот это жестко. Вторым. Этот там пытался, но кишка у него слаба нас догнать. Я имею в виду у суперкары. А про выскочку вообще, ребят, промолчу. Его здесь даже и не было. Хотя вот сейчас он тут рулит. Я опять не понимаю, что с моей машиной не то. Почему ее опять, ребят, разворачивает? По-жесткому. Ну, я тут дал дрозда. Просто 6 поворотов сделал. Выполнил задание, ребят. Без идеального старта. К сожалению. Я сюда. А, нет, Рэй, да какого хрена ты сделал? Твою-то налево. Я туда, блин. Нафиг ты туда начал. Раздражает прям, не могу, ребят. На пустом месте. Захотел вниз просто сигануть. А ведь мог бы поверху проехать, мог бы. Но ведь надо было вниз, блин. Еще причем на такой дикчайшей скорости. Так, Рэй, почему ты только играешь в кубки? Потому что для меня, ребята, главная цель здесь кубки. Скины, нормальные скины, ребят. Скины отличные. Вот. Потому что кубки, ё-моё. Потому что игра здесь заключается в победе. В получении кубков этих. Вот отвлекли меня и все, ребята. Кубки, кубки, блин. Вот те кубки.
трындец мне там разворотило, как осиное дупло, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, опять не очень хорошо, ребята. Вот так вот формула вшивая получила свое. Да ты будешь ехать, от долба... Да у меня нет слов просто, ребят. Просто нет слов. Это что такое сейчас было вообще? Трындец называется. Да он все тут готов пересчитать, блин. Понимаешь? Не едет ни хрена, блин. Ну и что? Я третье место. Третье место. Чё-то вообще расслабился, блин. Сколько здесь гонок? 1, 2, 3, 5, 10, 20, 45, блин. Одна гонка здесь, наверное, у нас, ребят. Наверное, да? Это же кубок ледяного прыща, по-моему, если не ошибаюсь. Кубок ледяного прыща. Ядрен матрен. Ладно, фиг с ним. Пока рулим. Пока у нас первое место. Нет, слушай, тут будет... А, две гонки, ребят, две гонки. Первая была у нас на поверхности, вторая, скорее всего, будет уже пещера. Огненная, да? Или костяная, сейчас посмотрим. Да как фигли ты мне... Ой, дурик, он еще взял, ребята, и... А, не, нормально все. Нет! Твою налево, ненормально. Че такое-то, я не могу понять. Че случилось со мной, блин, и с игрой, блин, я не знаю. Трассы тысячу миллионов раз проеханные, блин. Надо так дебильно фейлиться. Я не понимаю. Ну, выскочка, понятно, здесь со своими прыжками. Преимущество получила она. Может, мне машину мою пофиксили, а, ребят? Понерфили, так скажем. Я не знаю. Так, если мы сейчас с тобой выскочку не сделаем здесь, на втором кругу, нам с тобой второе место дадут. Понятно все. Что случилось-то с тобой, дрянь ты этакая? Не знаю, ребят. Что с машиной не то? Она, блин, ну... Она никогда так не должна была себя вести паршиво, как вела себя сейчас последние вот эти 2-3 гонки. Я не знаю. Такое ощущение, что действительно, как будто, знаешь, как статистику хотят специально тебе подпортить. И игра всячески тебе начинает, ну, вредить. А других объяснений у меня просто нету. Я эти трассы уже чуть не наизусть помню. И он спотыкается именно там, где он вообще не должен спотыкаться. Делает то, чего он вообще не должен был делать. Тут вообще он должен был идеально в свое время проехать. Нет, он сейчас начинает просто ерундой заниматься, ребят. Да. Третьим приехал. Ну давай попробуем. Да чё ж ты идеально старт-то не сделал? Так, газуй, родной. Да тут, блин, скорости у тебя нету, фиг. Ну я так еще, ребята, никогда не ездил. Вот серьезно тебе говорю.
такого я еще не помню вообще, чтобы вот так вот ездил паршиво. У него не было скорости, чтобы запрыгнуть на этот мостик, блин, понимаешь? Там был мостик, обычно мы по которому проезжаем. У него не было скорости, она куда-то вся делась. Просто непонятно, что происходит. Обновили, блин, игру называется. Так, там что за бабка еще едет? Сзади, блин. Фига себе. Я удивляюсь, как суперкар может вообще, ребята, вот на этих подъемах что-то еще тут, вот как вот Саюки этот. Вот объясни мне, блин, я не понимаю. Что он там у него прыгает, как, я не знаю, как Сайгак, блин. У него что, у него там, я не знаю, монетный ускоритель, сзади турбина и все, больше ничего нету. Хоть бы раз где-нибудь споткнулся бы на подъемчике. Нет, ребята, летит, как я не знаю кто. Вон, смотри, летит бабка, блин. Откуда у нее такой мощный, блин, прыжок? О-о-о. А бабка пролетела. А бабка, ребята, просто пролетела, блин. Я в шоке, блин. Не споткнулась нигде, просто пролетела через все препятствия. Да что с тобой, ну сегодня не то-то, ну ёпрсета, ну. Я не понимаю, что происходит, ребят. Вот серьезно тебе говорю, это вообще обо все, что только. Обо все, что только можно, мы врезаемся сегодня. Всякая ерунда нам сегодня мешает. Я в шоке. Я от сегодняшней игры просто, друзья, в шоке. Че, третьим идем? Третьим идем, и третьими же и дошли. Да. Обо все, что можно и нельзя сегодня. Обо все, что можно и нельзя. Врезаемся, таранимся, разбиваемся, блин. Гонки сегодня просто не к чертовой бабушке. Этот пролетел, я же врезался. Скалистая дорога, идите вы нафиг, да я возьму баги. Надоело, блин. Поехали. От этого монетного ускорителя, ребят, ну... Нормально. Добротно встал он на колеса, кстати. Так, мы почти с ним нога в ногу. Нет, я, ребята, его обогнал. А ехали одинаково. Ауч. Да, это неприятные, ребят, моменты. Куда-то он там слишком высоко, по-моему, подлетел. Так, оп. Давай заезжай сюда. Ну, вроде бы как. Вроде бы как, ребят, нормально должно получиться. Не вздумай. Фью. Я думал, все, ребят, хана, но он дотянул все-таки. Вниз головы, но он все-таки дотянул. Что сейчас? Вот что сейчас было? Что это, твою гнида, блин, ты...
Я херею, ребят. Все, короче. Ты баран или че, ёпрсы ты, ну. Да все тут понятно, ребят. Покатались, блин. Вот такого еще дебилизма не было у меня за все мои гонки. Вот такого маразма. Встрять где-то в каких-то камнях, блин. Ты понимаешь, встрять в камнях. О, да. Рекорд по тупости сегодня. Сегодня, друзья мои, рекорд по тупости. Даже не буду оспаривать. Такого тупизма я давно не помню. Самурай, пошел отсюда, а нафиг. Уже раздражаюсь, блин. Сейчас тебе пику эту в задницу тебе воткну, блин, с которой ты там едешь, размахиваешь, блин. Ублюдки, а? Да поехали вниз, я знаю, что нам там не светит перепрыгнуть. А этот перепрыгнул. Вон этот. Суперкар. Я не понимаю, как это может быть, ребят. Едет, пофиг, блин. Он не переворачивается, заметь. Он вообще не... Он как этот. Маневрирует. У него даже нет возможности, ребят, перевернуться. Такое ощущение, что он просто... Смотри, не переворачивается. Ничегошеньки у него не происходит. Как такое может быть, блин? Читерок. Я не знаю, ребят. Я этот костюм сегодня получу, в конце концов, или не получу? Скажи вот мне на милость. Такс, Зергут. Стоит только чуть-чуть где-то там подзадержаться, и все, ребята. Ну как ты, блин, хрылыш, едешь-то, блин? Я первый все-таки. И едет он, блин, сзади, гнидая, блин. Может быть, ролейку пофиксили, спорткар повысили? Я не понимаю, как они могут ехать еще так идеально. Серьезно, я говорю, я не понимаю этого. Я и понимать не хочу на самом деле. Фига ты, фрукт. Облапошить меня решил. Да облапашивался. Погнали, 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 я тебе говорю, Рэй. Так, вот здесь вот не дуркуем. Ну, заезжай. Круто, а эти пускай там внизу шоркаются. Хлыщи. Нормалек, вот и все, ребят. Стабилизировались. Реабилитировались. Нифига не получили мы с тобой. Пока не получили. Ладно, сейчас доедем, не волнуйся. Сейчас все будет как надо. Ну что, еще одна гонка, и мы с тобой костюмчик получим. Гора смерти. Ох, тысячу лет я не видел супердизеля. Нифига он там. Понял, 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 понял. Ребята, он на попрыгушках. А как же ему неудобно прыгать-то, когда нет скорости разгона, да? И причем кругом одни изъяны. Но поверь мне, он отыграется. Ему нужно только найти большую-большую хорошую ровную площадку. И для этого нужно еще скорость. И тогда он реабилитируется. Т
Тьфу, блин. Ауч. Не, не перевернулся. Ну, понятно, тут четвертый я приехал. Надо было так дебильно там. Все время забываешь, что там этот подъем. Подъем с этого прыжка. Куда-то вниз, вниз. Ребят, самая неудачная серия игр для меня. 26 тысяч кубков — это просто какая-то каторга сегодня. Для меня сегодня это просто каторга. У меня ничего не получается. У меня все идет через одно место, блин. Руки сзада, блин. Да. Это я только сейчас в данный момент смогу вернуться на свою прежнюю позицию. И потом еще, наверное, гонок 5 надо будет сделать. Не меньше. Опять же, гонок 5 только выигрышных, а там же еще можно и проигрывать. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, здесь все отлично. Последнюю давай гонку попробуем выиграть. Не хочу я туда. Пипец. Все не так делаем. Машину сегодня переворачивает, наклоняет. Еще и четвертым. Еще и четвертым, блин. Зима на носу. Да плевать я хотел, что там зима на носу, блин. На носу, блин, масленица. Новый год, блин, на носу. А не просто зима. Давай ты. Почему я не удивлен, что все, блин, перелетели эту яму, а мне пришлось в нее, блин, прыгать. Третьим идем, да? Ай, блин. Ой, ребята, я в шоке. Я просто в шоке. Да какой там, да еще и горючее кончается. Вы серьезно, блин? Вы сейчас серьезно, горючее еще кончается? Да. Это, конечно, жесть. Здесь я еще, блин, не проигрывал. Ё-моё. Наконец-то я получил костюмчик Санты. Робот Санты. Поехали. Опять этот, а? Говнолёт летит. Даже не попал, да? Все у него там идеальненько, ты посмотри. Все идеальненько у него получается. У нас только через одно место все выходит, блин. Каждую кочку считаем своим, блин, носом. Он был самым последним, ребята. Вдруг ни с того ни с сего он стал самым первым. Какого хренуса происходит в игре, а? Вообще машина не едет, ребят. Ну, твою налево, блин. Где это твое ускорение, этот чертовый буст? Почему он не срабатывает? Он только срабатывает, когда он нахрен не нужен мне, блин. Пипец. Не, ребят, надо что-то с машиной переделывать. Ну, бредятина полнейшая идет, получается, сейчас, в данный момент, вообще. Ты посмотри. В самом хвосте, блин. Вс
все идеально пролетели, кроме меня. Все почему-то в воздухе, где только не были. Ну, а я где-то в низинах, блин. Попробуем. Давай ты едь нормально, блин. Начинаешь мне там хандрить. Угу, здесь нормалек все, друзья. Здесь все отлично, никаких претензий, вот к этой гонке никаких претензий не было. Сейчас посмотрим, что у нас дальше будет получаться. Но, судя по всему, ребята, здесь тоже у нас замечательно все получилось. Трындец какой-то. Гран-при, ну, гран-при. Не, на байке я не поеду. Может быть, давай попробуем. Ой, долбанутый я. Ты будешь сегодня ехать, а? Говно ты этакое. Нафиг ты хлопнул-то, а? А, да, у нас еще и горючее, да? Заканчено. Ну ладно, здесь хотя бы, ребят, приехали первыми. Почему ты так себя ведешь, а, машина? Вообще ведешь себя паршиво. Вся едет, всю ее трясет, колбасит, как не знаю кого. Давай вниз там. Я лучше, блин, молчать буду, ребят. Да иди ты, еще и... Пипец, блин, Я не понимаю, или специально так все сделано? Подставляет каких-то, мне, не пойму, игроков, которых... Да я ни разу не заезжал, какого хрена ты туда заехал-то? Идиотизм, блин! Слушай, сейчас звездану в монитор, блин, с кулака, я серьезно тебе говорю, блин. Или я сейчас мышку, блин, выкину нафиг об стол и звездану, блин. Чё, блин, происходит? Я не могу понять, блин. Дебилизм, блин, полный. Ну, согласись, ребят, ну... Второе место опять. Я даже не вернулся на свою старую позицию. Игра, блин, которую... Эти кубки у меня занимали минут 15, чтобы получить. Я уже в них тут бомблю, блин, минут 40, блин. Вы издеваетесь, что ли? Вот так вот сейчас, как меня колбасит, я не помню, что вообще колбасил хоть когда-нибудь. У нас все время аккуратненько все получалось. Сейчас вообще какой-то просто неуравновес. Я не знаю, с чем это связано. У меня нет даже вообще ни малейшего какого-то подозрения. Мы играем, как все, как и раньше, блин. С какого перепуга-то все вот это вот... Все, как говорится, не в попад-то идет, блин. Врезаемся там, где не должны врезаться. Погибаем там, где вообще не должны погибать. И обгоняет нас тот, кто вообще никогда не обгонял. Я не знаю. Как будто вот такое ощущение, как будто в игре что-то изменилось.
немножко сдвинули центр тяжести, и все, и все поехало не так, как надо. Машину мою стало очень часто закидывать. Переворачивается как-то не там, где надо, блин. В общем, нет у меня объяснений. 26 тысяч кубков. Трындец. Думал, сейчас по-быренькому с тобой заберем, и все. Забрали. По-быренькому. Ух ты. Новая краска, но это у нас, ребята, для мотоцикла. Поехали. Так, нам гонки 3-4 нужно будет еще прокатиться и... Ну, конечно же, надо, блин, споткнуться же. Давай, 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 давай. На всех парах есть. Вот сфигали ее опять-то, ребята, опрокидывать-то ее, не пойму я, блин. Йох. Трындец. Уже с замиранием сердца, ребят, пролетел. Давай, 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 едем, 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 едем. Не... Да ед твою... Блин, ты тварь, блин! Ты. Ну, у меня нет слов, еб твою мать, а! Встрял он, блин, в какой-то херне, блин, непонятный. Колесом он, блин, задел, блин. Никогда, блин, не задевал, а тут задел он колесом, понимаешь ли? Ой, ребят, не знаю, мне прям аж, не знаю, кипит, кипит говно, блин. Ёк-макарёк, блин. Так, зеленый кубок. Зеленый кубок-то давай возьмем. С байками ты возьмешь, блин. И зеленый кубок, и красный кубок, блин. Понятное дело, летун же, ёпрсты. Второй летун прилетел. Плевать им на все, разлетались тут. Чудо просто. Йогуртовое нам помогло. Кстати, про йогурт вспомнил. Надо, наверное, ребят, в магазин сбегать. Йогуртишки купить или еще что-нибудь перекусить. А то я как встал, еще ничего не перекусил даже. Ну куда ты, ну куда ты, ну... Нага, мага, кто ты там, я не знаю. Да неужели, блин? Фух. Блин, это еще не конец. Это еще, ребят, не конец, блин. Так, ты-то пошел отсюда. Вообще это не должно было здесь быть. Щеглазадой. И даже не споткнулся, а, хмырь. Нормально. Все, ребят. Первое место. Так, болотистый кубок. Поехали. Ну что он там еще врубил, блин? Мы уже, по-моему, видели сегодня этот говносрачник, который там едет. Понятное дело, конечно же. Такс. Идеально, да, он там проехался. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. А тут у нас, по-моему, получается, ребята, вообще великолепно. Да, первое место мы тут взяли.
И последняя гонка. Состыковка. Да чё же он так в горку-то едет-то, блин? Я не понимаю, ребята. А, он доездился, да? Он доездился. А кто там первым едет? Твою налево. Ехал вторым, блин, теперь я третий. Фура. Так, сколько у меня очков? Первое место. Да это трэш какой-то, я не понимаю. Так, зимние шины. Тут ерунда тоже. Ерунда. Ну что, куба претендентов. Я не знаю, ребята, последняя эта гонка или нет. Но я что-то подустал уже сегодня. Слишком много нервов высосала из меня сегодня эта игра. Давай еще, блин, проиграй этой баги, блин. Вот и будет смеху-то, блин. Было бы, я просто бы тут вообще не знаю, что бы сделал бы. Компьютер вместе с монитором в окно бы полетели, блин. Фух. Да, нормально. Давай здесь попробуем. Сейчас бы еще упал бы. Вообще было бы крипово, блин. Отлично, отлично. Найс. Very good. Вот это я понимаю, ребят. Последняя гонка порадовала меня. Просто на одном дыхании. Как мелкий-мелкий комарик. Ну что, большой воздушный кубок. Прокатываемся и... Хорош на сегодня. Че там... Че там автобус начинает чудить? Опять снимает себе крышу, чтобы лететь далеко. Ну, по-моему, он уже опоздал. Сейчас такой тю-тю-тю-тю-тю-тю. Не? Вон он, ребят. Так, срубает крышу себе. Ну, и где ты там? Он летит на крыльях счастья, этот автобус. Сейчас, мне кажется, автобус нас обгонит здесь. Не? Нет, не обогнал. Да, он вообще, по-моему... Вафлемет, короче, а не автобус. Все, друзья, все. Получили мы с вами 26 тысяч кубков. Как меня сегодняшняя гонка утомила, если бы только знали. Это просто трэш. Что сегодня происходило, я не знаю. Как ваши дела? Ой. Так, все, ребятушки, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.